По поводу переименования улиц, ваше мнение? По поводу той контактной группы, которая была, наработаны изменения последние, я так понимаю, да? Ну да. Ну, в принципе, дело как бы нужно. Менять нужно. Но возникает тут, у людей возникают вопросы, откуда эти имена этих людей, чьими, в честь кого хотят назвать улицы. Большинство людей не понимают, то есть они не знают этих людей, этих особенностей. Правильно было сказано, у нас есть достаточно известных людей, полтавчан, тот самый Дима Коряк. Это просто непозволительно не назвать какую-то улицу в его честь. Это человек, я с ним познакомился на Майдане, вот с этого момента наше знакомство, но не назвать улицу его именем, это непозволительно для нас, для нашего города. Это образец того, как должен поступать каждый человек. В принципе, как бы вопрос назрел, менять нужно. Улица Ленина в городе Полтаве, немножко недоцельно, как кажут, на сегодняшний день. Но те имена, которые выбраны для переименования, не очень дискуссионные. Знаю, люди уже на Ливаде, по-моему, если я не ошибаюсь, уже поднимают вопрос о том, что в Леске, я знаю, тоже проблема такая возникла, о том, чтобы другими именами назвали. Они не воспринимают то, кого они выбрали. Это нужно обговаривать. Я считаю, что для начала, перед тем, как создавать такую группу, нужно было провести обсуждение с народом, с людьми, с теми людьми, с избирателями нашими, которые живут на этих улицах. Как они хотят видеть свою улицу? Вот они видят свою улицу вот так. То есть факт есть факт, что называться Ленина она не может. К примеру, Ленина, там, Фрунзе, неважно, да, называться она не может так. Но каким бы название хотели вы назвать, как бы вы это видели? А после этого уже проводить обсуждение на уровне депутатского корпуса и уже выносить вопрос на переименование. Я считаю.